Во Владивостоке продолжают устранять последствия прошедшего циклона. Ночью пока не разыгрался очередной дождь, бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» и компании-подрядчиков успели частично подготовить к асфальтированию разрушенные участки дорог на Днепровской и Алеутской. На месте провала на капитана Шефнера смонтировали новую плиту перекрытия. В первоочередном порядке расчищали дороги и тротуары от грунта и камней, сошедших с косогоров. Убирали сели, отводили воду, восстанавливали грунтовые проезды. Сходы грунта этой ночью убирали на Коммунаров, Акатовой, Калинина, Пушкинской и Океанском проспекте. С раннего утра бригады сменились и продолжаются работы по восстановлению благоустройства и санитарии. Работы будут идти круглосуточно, поэтому автомобилистов просят по возможности скорректировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.